Нижегородская «Торпедо» после паузы на игры сборной возобновила домашнюю серию матчей. Первым соперником хоккеистов Дэвида Немировски стал уфимский Салават Юлаев. В начале стартового периода гости играют грамотно в обороне и дисциплинированно в атаке. Нижегородцы же, владея инициативой, допускают ошибку в обороне и получают удаление. Большинство уфимцы реализуют. Манинин открывает счет в матче 0-1. Почти весь второй период «Торпедо» проводит в атаке и зажимает уфимцев в своей зоне. Но результата это не приносит. Голкипер Салавата вытаскивает все моменты. Третий период. Нижегородцы начинают с пропущенной шайбы. Ошибка в нападении, и гости находят свой шанс в контратаке. 0-2. «Торпедо» пытается исправить ситуацию и получает момент в концовке. Удаление и игра 6-4. Не воспользовались. «Торпедо» уступает Салавату Юлаеву 0-2. Когда не можешь забить, сложно выиграть игру. Нам надо было какие-то моменты забить, которые были там раньше игру и в конце игру. Вратарь хорошо сыграл, их не выручил, их много моментов. Так, общее нормально, двигались, играли. Ну, опять, если не забиваешь, сложно выиграть. У них остановка такой была, что ждать какие-то моменты на контратак, особо много не играли, как обычно они играют. Ну, опять, они откатывались, нам надо было довести ворота, да, шайба до ворота, и добивания там много были, не могли найти, к сожалению, надо было найти эти добивания, шайбы там, но, к сожалению, надо бороться, ну, искать, ну, сегодня не наш день. Впереди у «Торпедо» два спаренных матча 19 и 20 ноября. Продолжит свою домашнюю серию команда Дэвида Немировски игрой против «Адмирала». Служба информации Артемий Катков.